Хороший матч, много моментов было и у нас, и у соперника. Наверное, ключевой момент то, что мы смогли выстоять в меньшинстве, особенно, да, пропустили в конце, во втором периоде, но тем не менее, меньшинства было много, и мы выстояли, и сказалось, наверное, уже мастерство наших лидеров, которые смогли забить в нужный момент голы. А сегодня на установке на матч заостряли внимание по поводу удалений. В принципе, это работало. Но сказали, что соперник очень хорошо реализует эти моменты. Но вот эти удаления в концовке, они и привели к такому результату. То есть из-за грубейших ошибок наших игроков, они привели к этому счету. Но в целом игра, скажу, что мы выдерживали то, что планировали на игру. И в принципе она у нас получалась. Но грубейшие ошибки привели к такому результату. Так что у нас перед перерывом последний матч. Так что выложимся, хлопнем дверью, так скажем, перед перерывом и будем готовиться к следующему матчу. Спасибо. Вопрос задавал. Александр Вячеславович, какую установку вы давали своим игрокам, когда счет третьего периода стал равным? Нужно было не дать сопернику развить свой успех или нужно было наоборот пойти вперед всеми силами и 3 очка пытаться взять в основном? Ну, мы матч не проигрывали. Мы матч попросили играть в свою игру, которую терпели, вели на протяжении всего матча. То есть отходить в глухую оборону тоже смысла нет, так как есть исполнители в команде «Барыс». То есть играли, в принципе, неплохо, так скажем, даже и имели где-то, может, в позиционной атаке преимущество, но никаких особых установок не было. Играть, продолжать так же, как играли. Еще буду просто задать, Сергей. Вячеславович, ожидаемого выхода Коржа не произошло. Произойдет ли оно перед перерывом сейчас? Произойдет.